Алло. Алло. Слушаю. Алло, здравствуйте, Сергей Викторович, это вы? А ты кто? Сергей Викторович, добрый день, меня зовут Сергей Владимирович, досудебный отдел Банка Восточный Экспресс. Я вот вам звонок по поводу вашей кредитной карты, кэшбэк, что у вас долг имеет. Скажите, что случилось, почему оплата не производится? Так сегодня же звонили уже по этому поводу. Ну, звонили, хорошо. Ну, Вы все хорошо. отказались оплачивать, по какой причине? Я отказался, я не отказывался. Запись. Сергей Викторович, ну как это не отказывались? Посмотри, ты сейчас запись слушаешь, потом Отказывались вы. перезваниваешь мне. Понял? Зачем мне запись слушать? Я Затем, с вами блядь, буду диалог чтобы вести. быть в курсе. 23 800 рублей. У вас Вот, на сегодняшний день выслушай. долг перед нашим банком, Ты который вы должны нам платить сегодня. Ты что Вот такая завтра до конца охуевшая? дня у вас будет... Ну не ты, а вы для Ты, начала, блядь. Сергей Викторович, это раз. Субординацию соблюдайте, вы так Да нахуй разговариваете пошел с ты, Еленой блядь. Емельяновной, с матерью со своей, Нахуй слышите пошел меня? со своей Со мной так не надо субординаткой, нахуй. общаться, Ты я понимаю, что вы пидор, на ебаный, заводе ты понял привыкли там, так блядь, общаться ёртый у себя. ебаный, нахуй, Понимаете, Сергей Ты давай Владимирович? я с твоей 23 матерью поговорю, 800 я с твоей рублей. матерью поговорю, ты Вы понял, должны нахуй? оплатить Ёртый сегодня, ебаный, вот хуй завтра до тебе в конца жопу, дня у вас блядь, будет контрольная дата для хуй погашения тебе этого в долга. жопу. В жопу Вы тебе, все хуй. наговорили, Ты Сергей понял? Викторович, Блядь, все? все, ебу тебя прямо Наговорились? сейчас, нахуй, понял? Все, закончили Слышь, ваш монолог. я вот специально... 23 800 рублей, когда вы будете оплачивать, конь. сегодня или завтра до конца дня? Я изобрету специальный телефон, нахуй, чтобы, блядь, он мог тебе Да лича я рад за вас, передавать. Сергей Викторович, что вы изобретете, оплата Ты когда понял, будет черт произведена? Ебаный, блядь. На кнопочку нажал, и тебе леща так на, нахуй, блядь, через трубку, блядь. Понял? Черт. Вы меня слышите или нет? Или вы Да сами с на... собой будете диалог нахуй я вести? тебя слушать вообще не желаю, нахуй. Вы Кто ты будете такой? слушать, не Кто будете ты вы такой? слушать, ваша жена Кто ты, вместе с черт? вашей мамой будет нас слушать, Сергей Викторович. Потому что не будет у вас оплаты произведена сегодня, вот завтра до конца дня, ну что я вам могу сказать, Сергей Викторович? Мы просто-напросто это дело в коллекторское агентство вы, отдаем, и вы будете с представителями сторонней организации эти вопросы Пидор, решать. Слышишь, вместе ты с меня Натальей напугаешь, Васильевной и Еленой Емельяновной. Никто меня вас пугать не собирается, зачем мне вас пугать? Вам довольны? Негативные последствия, вот которые спорим, вы ожидаете. Зачем это мне угроза. вас пугать? Спорим, что нахуй. Ну, ты... угроза? Спорим, что вы ты можете глаза это расценивать как угодно, Сергей сказать, Викторович. Ты... В глаза я вам не смогу этого сказать. Ну, приезжайте вы, соответственно. Приезжайте, поговорим, что, ты что я могу там, вам нахуй? сказать, ты подъезжай Сергей ты ко мне, Викторович. нахуй. Я тебя нагну у подъезда. Да еще выебу чего тебя мне в жопу, делать блядь. нечего, А что, Сергей за жопу Викторович? свою Зачем боишься, вы мне что ли, должны? или что? Зачем вы мне должны? Зачем вы мне нужны к вам ездить? Для чего? Вы что мне я тебе можете должен объяснить? Там? Ты что базаришь? Что ты троишь-то уже? Ты Зачем что? Мне к вам ездить? Ну, вы мне можете на этот это вопрос скажешь, ответить? Нахуй, что ты маме Там представители сторонней нахуй, организации ты... приедут, и вы будете с ними вопросы я решать, тебя Сергей въебу, Викторович. Нахуй, и ваша подъезду, смелость, понял? ваша черт смелость ты, сразу куда-то денется. Черт ты, нахуй. Вы да всегда ты так уверен, общаетесь, ты я уверен, не могу нахуй, понять. ты. Наталья Васильевна, вы тоже так С такими разговариваете? пидорами, как ты, я общаюсь, нахуй. Сергей Викторович, вот Потому вы завтра что ты... будете со своим руководством на заводе у себя так разговаривать Игорь, ты, по этому поводу. Отсюда, понял? Шкребани, на блядь. Что вы так реагируете, блядь? На Амурском судостроительном заводе, как думаете, руководство ваше отреагирует на то, ты что им будут звонки поступать по поводу вашего президента позвонить, мне похую, ты понял, нахуй, ты, Ну, черт. Конечно, вам все равно, конечно, Сергей Викторович, нахуй, вам ты. Все равно до того момента, пока вы дома не будете сидеть, понимаете, без работы, вот до этого момента вот вам все равно. А потом, Сергей Викторович, вот это вот безразличие куда-то девается, понимаете? Вы можете сколько угодно материться, вы на себя злитесь в первую ну, очередь, если вы не намерены мне, вопрос нахуй, решать. Я тебя, блядь, если вы берете чужие нахуй, упакую, деньги, блядь, чужие и деньги, устрою тебя, нахуй, и не оплачиваете долги буду, блядь, перед мамкой банками, твоей, ты понял, нахуй, бледина, да, нахуй. Вы, конечно, будешь будете, в своих мыслях вы можете лизать, делать нахуй, что ты, угодно, ебаный, блядь. Слышите меня? Ебани отсюда, нахуй я тебя слушать буду, вообще, черт ты ебаный, кто ты такой? Вы будете нас слушать, вы будете каждый день нас слушать, Сергей Викторович, с 8 утра до 10 вечера. Вчера каждый день нахуй, вы будете нас ебаный, слушать, нахуй, Сергей Викторович. Отсюда, нахуй, вы и ваша жена, иди, и ваша мама окно, в том числе. Елене Емельяновне в Питер звоните блядь, и передавайте ей, соответственно, привет от банка. Алло. Алло. Да. Брат Сергей Викторович. А ты кто? Меня Александр Владимирович зовут, отдел судебного взыскания, Банк Восточный. Звонил вам по поводу задолженности. Что у вас оплата случилась? Да, алло. Да-да. И что тебя интересует? Что у вас оплата, говорю, случилась? Так сегодня же по этому поводу уже звонили. Сегодня звонили вам? Да.
А да почему оплата не производится 113 дней за должность по карте вашей? Слушай, а я должен, блядь, сорваться и побежать платить сразу, да? Мне вот позвонили, я должен лететь бежать, да? Если бы были у меня крылья... Что вы должны были? Если бы были у меня крылья и еще пропеллер в жопе, да? Слышь? Вы сейчас о чем говорите? Вы не слышишь, что я тебе говорю? Нет, плохо вас слышно. Говорите повнятнее. Повнятнее, да? А ты там, блядь, волюмой на гарнитуре накрути. Ну, вот сейчас задолженность, как вы оплату собираетесь производить, кажется. А ты кто такой вообще? Я же сказал, Александр Владимирович. Фамилия? Дело судебного взыскания, банк Восточный, фамилия Десяткин. Десяткин. Сумма задолженности 23 800 рублей, как будете оплачивать? Десяткин с десятки на десятки, да? Красава, ёптать. Ты на десятки двигаешься? Или на девятки? Как собираетесь оплату проводить? Да тебе какая нахуй разница, как? Приезжай, блядь, на гибать. Сергей Викторович, вы заинтересованы вообще в том, скажите, сейчас за момент, чтобы смотреть в графике платежей? Приезжай, нагибайся раком, снимай штаны, я тебе кредитку между булок оплачу. Я еще раз вам вопрос задаю. Ты понял? Вы сейчас вообще заинтересованы, чтобы оплату произвести? Да нахуй я тебя слушать. Вы должны прекрасно понимать, что в дальнейшем будет судебный порядок еще решать все вопросы. Ты, будут взимать у вас отдельные приставы оплаты. Правильно, ты коллектор. Ты должен мне позвонить, сказать, что у вас имеется задолженность, и вам необходимо погасить ее. Нет. Я тебе сказал, да, спасибо, до свидания. Че, нет, блядь? Нет, все не так. Нет? Нет, повод на минет, нахуй. Не так все, не так все. Все так. Не так все. Все так. Нет, именно так. Вы заблуждаетесь сейчас. Надо. Да хуй тебе, блядь, по губам. Или кто, скажите, за вас вопрос решает? Наталья Васильевна за вас решает вопрос? А ты хочешь позвонить, да? Я вас спрашиваю, вопрос вам задаю. Давай я твоей маме позвоню. Я позвоню. И предложу ей прокатиться на ебальном станке. Или ваша мама скажет, что будет за вас оплачивать, Елена Емельяновна. Давай я позвоню твоей маме. А потом она тебе скажет, блядь, Десяткин, сынок, что же ты наделал, блядь? Нахуй ты туда устроился? Дебил, блядь, или ща тебе воткнет нам. Либо ремня по жопе даст. Десяткин, как тебя там? Десяткин на десятки. Вроде взрослый человек, сварщиком, да, работаете, 40 тысяч рублей зарабатываете. Да. Почему приезжай, вы занимаетесь такой деятельностью? Приезжай, я тебе яйца... Несли бы оплату уже. Давай я тебе яйца к жопе припаяю, хочешь? Не понимаешь, что ваши шутки не смешные? Почему, блядь? Весь YouTube угорает, на. Смотрите, я могу сейчас пойти на встречу, вашу задолженность сейчас убрать. Оплати ее сам. То есть ваш просроченный, ваш штраф убрать, который у вас был. Давай. И можешь остальное все заплатить. А я зарплату получу, тебе на карту перекину, возможно. Как вы будете носить оплату? Ну, я же тебе сказал. Ты сейчас гасишь, я потом тебе на карту запульну. У вас есть возможность сейчас оформить реструктуризацию. Понимаете? Сделать новый договор сейчас. Хорошо. Срочно задолженность. Без штраф. Отправляй мне заказным письмом в бумажном виде условия реструктуризации. Предложение. Давайте я вас переведу на специалиста. Он вам все объяснит, он все расскажет. Да. Как это будет выглядеть. Знаешь, как это будет выглядеть? Вот ты сейчас мне отправляешь, делаешь заявку, да? Заказное письмо. С коммерческим предложением от банка. А там уже будем думать. Реструктуризация. Либо просто нахуй я вас пошлю, блядь, всех дебилов. Понял? Либо кому-то из ваших выездных... Ну, значит, вам зафиксирует отказ в погашении. Либо кому-то из ваших выездных яйца. В дальнейшем просто напросто, как вас будут занимать оплату судебные приставы. Я придурок, нахуя ты, блядь, параллельно разговариваешь? И вы будете дальше так же, когда разговариваешь. Хотите вот такого, пожалуйста, будут у вас, значит, судебные приставы занимать оплату. А вы будете разговаривать со всеми? Алло. Просрочен долг ООО МФК «Вестбанкир». В срочном порядке погасите задолженность по займу и свяжитесь с нами по телефону. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Сергеевич Ханюков, с вами говорю. А это кто? Это Егор Дмитриевич, отдел досудебного взыскания Банка Восточный. Как к вам могу обращаться?
Алло. Как к вам могу обращаться? А что вы хотели от меня? Ну, это вы, Конюхов Олег Сергеевич? Возможно. Что вы хотели? Ну, хотел спросить, почему кредитную помощь что вы не оплатили? Кредитную помощь? Ну, потому... Да. Потому... Что за ответ «потому»? Ну, потому. А я что, блядь, перед тобой отчитываться, что ли, должен? Не перед тобой, во-первых, а перед вами. Перед во-вторых, тобой. Вы оформили договор с банком. И оплату должны ежемесячно вносить вовремя. Тебя там дохуя, что ли? Ты, я понять не могу. Почему я тебя должен на «вы» называть? Ты кто? Я вам представился, кто я. Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Ты Егор Банк Митрич Восточный? Меня зовут. Ты? Кто ты такой, нахуй, вообще ты? Да, по представитель жизни. Банка Восточный. Как ты его, блядь, представляешь? Он мне не дал полномочия, так я его и представляю. Какие полномочия, блядь? Позвонить мне? Позвонил, сказал... Да, позвонить вам. Позвонил, сказал, что у вас, блядь, просрочка, нахуй, все, блядь. И до свидания. А я что? Я что, с информационной службы звоню? Да это отдел досудебного взыскания. Я в душе вы 7700 не... должны внести сегодня я или завтра. Я в душе не ебу, откуда ты звонишь, нахуй. Ты понял? Ну так не знаете, так не говорите. Еще раз говорю, 7700, когда поступит, сегодня или завтра? Сколько? 7700. Да ты охуел? Откуда такие цены-то? Так вы не платили 97 дней. И чё? Теперь звонишь ты мне, я должен заплатить, да? Да, вы должны заплатить. Сегодня, завтра эту сумму. Да нахуй, иди, понял. Слушай. Сегодня, завтра. Вы считаете, это нормально, что вы посылаете человека, которого вы не знаете? Да, я считаю, это так нормально. Вы не платили 97 дней. Ну ты хочешь об этом поговорить? Это вы тоже нормальным считаете? Ты хочешь об этом поговорить? Ну как видите. Насчет нормальности, что я посылаю тебя нахуй? Да, я считаю это нормальным. Понимаешь? Ты спрашиваешь? Так скоро вам приедет наша выездная группа, покажет вам все документы. Зачем до этого доводить-то? Выездная группа? Какие документы? Ну, конечно. Выездная группа покажет. Которые вы у них потребуете. Документы, что они с банка. Если не наша выездная группа, то дадим документы в стороннюю организацию. Сторонняя организация. Они приедут, да? И документы слушай, покажут. А как ты думаешь, в выездной группе не западло ли будет писать заявление на изнасилование? М? Какое заявление? Во что, кто-то насиловать собрался? Твою выездную группу изнасилуют. Кто изнасилует? Люди, блядь, кто, ёптать? Палками нахуй. Отъебут. Понимаете, что разговоры записываются? Послушай, вы сейчас угрожаете. Послушаешь перед сном. Я угрожаю. Это ты мне про да, выездную угрожаете. Группу. Это ты мне про выездную группу нахуй начал тереть, блядь. И я вам это сказал, потому что вы сказали, что ты мне сделаешь по телефону. Сука, не ори на меня, нахуй. Голос не повышай, блядь. На «вы» с улыбкой, блядина, общайся, нахуй. Ты понял, блядь? А вы что, со мной на «вы» общаетесь с улыбкой? Это твоя работа такая, нахуй, терпеть, блядь. Потому что ты терпила, нахуй. Ты устроился на эту работу, блядь. Вот и терпи, блядь. Ты понял? Что я должен терпеть? Таких, блядь, неадекватных... Думаете, я не могу написать на вас заявление за оскорбление? Пиши. Ну так я напишу, вы еще к этому долгу 30 тысяч заплатите штраф. Пиши, сука, подмусаренная. Пиши. Вот прямо сейчас иди и пиши. Зачем мне прямо сейчас идти писать? Подожду, пока вы долг оплатите, а вы выставляете срок жопу, сегодня, блядь, завтра 7700 оплатите. Понял, а не долг, нахуй. Все, шкребани нахуй отсюда, ты меня почему? Понял. Потому. Почему вы так относитесь к обязательствам своим? Потому. Ну что потому? Почему такой ответ-то у вас? Да потому что я не считаю нужным тебе что-то вообще, блядь, объяснять. Кто ты такой, нахуй? Ты, блядь, ты голос в трубке. Ты звонарь, ебаный. Так... Чё так? Так какая разница? У вас же да есть договор, разница, вы знаете, такая что такая вот разница, есть обязательства. Такая разница, понимаешь? Ты ебаный звонарь. Звонилка. Пиздун телефонный. Или пиздуха, я не знаю, может ты там, блядь, пол сменил, нахуй. Может ты там вообще, блядь, трансвестит, ебаный вот. Либо пидорас, нахуй, звонишь мне, нахуй. Ты. Я тебя не какая вижу. Какая разница, я звоню от имени банка. Какая разница, кто ты?
Мы сейчас о тебе разговариваем, а не да, о банке. Да, какая разница, да. При чем тут я? Я звоню вам от имени банка. Это мое дело, трансвестит я или нет. Слушай, а я с пидорасами вообще не намерен никаких диалогов вести. Все, давай, убей себя нахуй. Давай. Так вы разговариваете с представителем банка. Шклебани нахуй, ты меня отвлекаешь, понимаешь? Я очень занят. Так погасите долг, и никто вас отвлекать не будет. Какой долг? Какой? 7700, я вам говорю, долг ваш. Перед кем? Сегодня-завтра нужно оплатить. Перед банком Восточный. И далее. Я жду ответа от вас, когда вы оплатите. Если я не оплачу сегодня-завтра, ты отправишь ко мне выездную группу, правильно? Ну, в дальнейшем, в перспективе. Возможно, перспективе, будет, если да? Это. А как ты думаешь, какие нахуй перспективы у выездной группы в дальнейшем? Ну, они же возвращают как-то долги. Возвращают? Если наша выездная группа, по нашей выездной группе не вернете долги, отдадим документы, кто профессионально взыскивает долг. Хорошо. Они миллионы возвращают. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.